Брайан, как ты? Опять не выспался? Привет, крошка Эми. Да бог с ним, не переживай. Это нормально в моем возрасте. Я в аптеке нашла снотворное. Вдруг оно подействует? Такого не помню. Знаешь, я перепробовал уже кучу лекарств. Ничего не помогает. Спасибо. Может, с этим повезет. А у меня, кстати, есть для тебя сюрприз. Но сначала приготовь старику горячего чаю. Заинтриговал. Хорошо, сейчас. Ваш чай, сэр. О, вот это дело. Вот теперь большое от меня вам спасибо. Получите ваши чаевые. Мои часы. Ты починил их. Спасибо большое. Пожалуйста. Пришлось изрядно в них покопаться, и заодно я отключил модули антенны и навигации, чтобы никто не смог тебя отследить. А в остальном часы как новенькие. О, вот это дело. Заодно и поговорим о том, что случилось утром, и о дальнейших планах. Мы обсуждали с Алексом сегодняшний случай в аптеке и подумали, что нам нужна какая-то защита от внезапного столкновения с роботами. В общем, не буду тянуть, я набросал схему устройства, которое, по сути, похоже на очень мощный шокер. Правда, действует оно только на небольшом расстоянии. Если говорить простым языком, мы сможем сжечь роботам схемы. И, скорее всего, они не выдержат и одного разряда. Само собой, это не поможет против толпы роботов. Но одинокого полицейского или гражданского бота шокер нейтрализует без проблем. Круто. Но наверняка из тряпок и веревок его не сделать. Полагаю, вы опять хотите рискнуть моей шкурой и отправить меня в какое-то недружелюбное место? О, ты просто гений. Да, нужны запчасти. Брайан даст список. Один ты все растеряешь по дороге, поэтому возьми с собой Эмили или Пака. Найдете все, что нужно, в ближайшем магазине техники. Нам же нужен крупный. Тогда лучше всего подойдет Гигспот. До него часа два пешком. Там просторная парковка с кучей брошенных аэрокаров. Легко укрыться. Вот и чудненько. Выбор очевиден. Давайте, собирайтесь оба. Лучше выйти сейчас, пока на улице еще светло. Подожди, нам что, надо прямо сейчас идти? Я же только вернулся с вылазки. И темнеть скоро начнет. Парень, ты меня не беси. Я тебя гонять перестану, когда сравняешься со мной по количеству ног. А до тех пор или делай, что говорят, или вали отсюда! Ладно, ладно, не ругайтесь. Мэтью, нам действительно срочно нужно достать запчасти. Шокер скоро пригодится, но об этом позже поговорим, когда вернетесь. Ладно, ладно. Просто не понимаю, чего этот хрыч так раскомандовался, как будто его кто-то главным назначил. Ну, засранец! Как только починю свой протез, знаешь, что я им сделаю в первую очередь? Алекс, прекрати, как тебе не стыдно? А как мне еще говорить с этим молокососом? Он же по-другому не понимает, мать его, возомнил себя невесть с кем! Кажется, нам лучше поскорее уйти. Ладно, действительно пора на воздух. Подальше от этих вонючих стариков. Пак, а заряды к ракетнице еще остались? Они бы нам пригодились во время вылазки. Грёбаный зануда. Как же он достал своими воплями. Кто решил, что он главный? Я вообще-то хотел как следует отоспаться. Не знаю, характер у него, конечно, скверный, но бесполезных советов я от него не слышала. Ты серьезно, принцесса?
Считаешь, именно он для нас лучший лидер? Нет, правда. Может, есть другой кандидат? Ну, как по-твоему? Я не знаю, мне все равно. Как по мне, эта грызня за лидерство до добра не доведет. Рано или поздно тебе придется принять чью-то сторону, Эмили. Потому что с вашим любимым Алексом фараоны очень скоро постучатся к нам в дверь. Ладно, проехали. Хотя, если честно, я бы с удовольствием отделался от бесполезного груза. Со всеми этими стариками мы сильнее рискуем. Все равно их схватят. И вопрос в том, не потащат ли они нас за собой. Ты что, спятил? Тебе совсем плевать на остальных? А как же Ольга и Вера? О них ты тоже не подумал, эгоист чертов? А я не прав. Мы держимся только потому, что нам пока везло не нарываться на серьезные неприятности. И ваш дорогой Алекс тут ни при чем. Но что будет, если копы найдут убежище? Алекс и Брайан не смогут от них убежать. Да и дыхлячок Пак со своей астмой, и наша ежемать тоже обречены. Я через это проходила не раз. Да и ты наверняка. И что ты предлагаешь? Бросить всех и убежать с тобой вдвоем? Выживают молодые и сильные, да? Нет-нет, что-то я не это имел в виду. Хотя, тебе решать. Если это пример твоего изящного тонкого юмора, то не смешно. Лучше закроем тему. Слушай, я просто не стесняюсь говорить вслух то, о чем думают все. Слабые, больные, обуза, и ты сама прекрасно это понимаешь. Закрыли тему. Пришли, наконец. Тихо. Давай сюда. Ну супер, и как нам пройти? Их там двое. Может, обойдем? Конечно. Их дружки тут же позовут на помощь. Если это патруль, то они скоро уйдут. Что обычным копам здесь делать? Давай подождем немного. Спасибо. Ладно, ждем. Знаешь, я давно хотела тебя спросить, а чем ты занимался до инцидента? Прожигал пособие? Если коротко, то аэрокарами, перевозкой. Но есть кое-какие штуки, за которые люди готовы щедро платить. А ты? Неужели работала? Да, я работала. Пространственным дизайнером. Создавала виртуальные апартаменты. И еще немного увлекалась VR-играми. Надо же. И тебе не жалко было тратить время? Нет, мне нравится. Точнее, нравилось. А как ты попал в группу? Ну, к Алексу, Клэр, Брайану. Да их бы и слепой заметил. Я пришел к ним в убежище и остался. В смысле? Вот так просто? Ну да. Шел по улице, увидел окно в подвале. Из щелей пробивался свет. Подумал, что на роботов это не похоже. Заглянул проверить и оказался прав. Группа тогда была больше. Слыхала про Майка? Конечно, нет. Алекс тебе ни за что о нем не расскажет. Стоящий парень. У него на все было свое мнение. Через 2 дня ушел за припасами и не вернулся. Вот как? И никто не знает, что с ним случилось? Надо будет расспросить Алекса. Что стало с твоими родными? Их тоже забрали роботы? Про своих родителей я ничего не знаю. Никогда их не видел. Я сирота. Прости, я не хотела. А? Чего не хотела? Ну, тебя расстраивать. А, да не парься, я привык. А чем ты занимался до инцидента? Прожигал пособие? Если коротко, то аэрокарами, перевозкой. Ну, есть кое-какие штуки, за которые люди готовы щедро... Аэрокар. Я проберусь в него. Ты в это время зайдешь с другой стороны и привлечешь внимание копов. Ты серьезно? И как? Мне что, перед ними сальсу станцевать? Тише ты. Обойдемся без плясок. Просто пошуми, швырни что-нибудь в их сторону. А я разгонюсь и снесу копов, как кегли, их же аэрокаром. Что за безумный план? Это ни за что не сработает. Да ты просто адреналиновый наркоман. Сработает. Поверь мне, они даже пикнуть не успеют. Мы с парнями раньше 100 раз так делали. Пошли, только тихо и не попадись ремонтникам.
Супер. Он не оставил мне выбора. Надо отойти подальше и найти, чем пошуметь. Ты обалдел? Почувствовал себя супергероем? Да здесь сейчас вся полиция города соберется. Может быть, когда-нибудь расскажу, если будешь себя хорошо вести. А сейчас лучше займемся делом. Вряд ли они успели вызвать подкрепление, но все равно торчать здесь не стоит. Ой, Дженни, ты видела новенького из красного отдела? Ну, нескладный такой, вечно все роняет. Знаешь, мне все время ужасно хочется ему что-то подсказать или посоветовать. Но он, бедняга, такой стеснительный. Вчера, когда убирали товар после закрытия, подошла помочь. Ну и спросила, как его зовут. Божечки, как он на меня посмотрел. И покраснел жутко, хоть место стоп-сигнала ставь. Комната персонала. Может, тут осталось что-нибудь полезное? Тут какой-то древний замок. Никогда таких не видела. Прямо раритет.
Тут какой-то древний замок. Никогда таких не видела. Прямо раритет.
Ой, Дженни, ты видела новенького из красного отдела? Ну, нескладный такой, вечно все роняет. Знаешь, мне все время ужасно хочется ему что-то подсказать или посоветовать. Но он, бедняга, такой стеснительный. Вчера, когда убирали товар после закрытия, подошла помочь. Ну и спросила, как его зовут. Божечки, как он на меня посмотрел. И покраснел жутко, хоть место стоп-сигнала ставь.